Тип фигуры – перевернутый треугольник. Какое платье выбрать? Наша цель – визуально уменьшить верхнюю часть и сделать акцент на бедра и ноги. Рассмотрим несколько вариантов платьев для женщин с фигурой перевернутый треугольник. Платье с V-образным вырезом или глубоким овальным вырезом зрительно сделают широкие плечи уже. Скрыть слишком узкие бедра можно при помощи платья прямого кроя. Оно должно быть несколько свободным и не облегать бедра и талию, подчеркивая реальные пропорции фигуры. Прекрасный вариант сделать фигуру более пропорциональной – платье с темным верхом и светлым низом. Темный цвет делает верхнюю часть фигуры стройнее, а светлый, наоборот, слегка полнит нижнюю. Платье с баской прибавит объем в бедрах и сделает фигуру похожей на песочные часы. И чем объемнее будет баска, тем лучше будет результат от ее присутствия. Платье со свободной, расходящейся к низу юбкой прекрасно увеличивает бедра, подчеркивает тонкую талию и делает весь силуэт сбалансированным. Платье в греческом стиле, плавно спадая вниз, прекрасно скрывает все изгибы фигуры, а также ее истинные пропорции и параметры. Причем длина платья не имеет значения, если вы являетесь обладательницей стройных ног. Дорогие девушки, женщины, если вы испытываете трудности с подбором одежды и хотели бы иметь широкий выбор среди моделей, которые подчеркнут вашу красоту, мы готовы вам помочь. Для этого зайдите на наш сайт и получите подарок – бесплатную консультацию по подбору вечернего образа, включая макияж, прическу, обувь и аксессуары. Кроме этого, мы будем заботиться о вашем имидже и дальше. Вы будете еженедельно получать советы о том, как определить те фасоны и модели одежды, которые подходят именно вам, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры с помощью одежды, составлять гармоничные комплекты одежды на каждый день и по случаю. Оставьте свои вопросы в комментариях под видео. Наши специалисты с удовольствием ответят вам.